У нас дома компьютер iMac, и мы скачали на сайте Soft Mozart соответствующую демо-версию. После установки обнаружилось, что там 8 песенок, среди которых оды к радости нет. Но мы не огорчились и нашли несколько чудесных выходов из сложившейся ситуации. Наша семья посещает христианскую протестантскую общину в подмосковном городке Павловский Посад. В наших музыкальных сборниках есть этот гимн. Его часто исполняют на богослужениях. Догадайтесь, кто сидит за фортепиано? Конечно, это наша мама. Совсем недавно в нашей семье появился новый музыкальный инструмент. Это китайская волынка хулуси. Марк к ней тоже прикладывается. Ну что, ода так ода, к радости. А когда мы скачали демо-версию операционной системы Windows, то обнаружили, что там есть много забавных игр, в которые можно поиграть с детками. Итак, мы организовали дворовой конкурс для детей нашего дома. Назвали его Soft Mozart. Заданием для супер-игры было сыграть оду к радости одной рукой. Молодец. Я почти одну ноду засутала. Все, молодец. Ариша встает. 25 нот из 30. Компьютерная программа Soft Mozart понравилась и деткам, и мамам. Как сегодня понравилось? Да. Мне понравилось. Да, Арина, скажи, как тебе понравилось? Мне понравилось. Мне все понравилось. Все понравилось? А нотки понравились? Да. Ой, какая ты молодец. Руслан, что тебе запомнилось? Понравился тур первый, второй или суперигра? Суперигра. Мне понравилось. А кто из вас хотел бы поиграть еще в суперигру? Ну просто так, ради удовольствия. Я! Отлично! Пианино в вашем распоряжении. Наш музыкальный конкурс закончился. Мы всех вас поздравляем. Праздник удался. Все были счастливы.